Здравствуйте. Мы так долго ждем отпуска, особенно в тропических странах. И, к сожалению, он так быстро заканчивается. Но вы можете продлить воспоминания, заведя вот такую замечательную пальму – панданус. В природе у пандануса встречается более 600 видов. И то, что мы сейчас видим, это винтовое дерево или винтовая пальма. Дело в том, что у взрослого растения, которое достигает нескольких метров, листья располагаются по спирали, то есть создавая определенный винт. У молодых таких растений это практически незаметно, только если очень хорошо присмотреться. Виды отличаются по расцветкам. Как вы видите, у этого растения очень красивые, достаточно толстые желтые полосы. Панданус – это не такое безопасное растение. У него достаточно острые края с зазубринами. И поэтому, когда он раскинется и станет взрослым растением, его очень сложно будет содержать в комнатных условиях. Как правило, в комнате его содержат только в маленьком, очень молодом возрасте. Но это прекрасное растение для различных офисов и зимних садов. Особенностью этого растения является то, что панданус во взрослом состоянии пускает большое количество воздушных корней. И когда он вырастает, возникает ощущение, что у него огромное количество опор. То есть это получаются такие крупные толстые палки, на которые это растение мало того, что опирается, еще и через него получает питательные вещества и воду. Мало того, что панданус красивый, он еще и полезный. У некоторых видов из листьев производят ткань. А у других разновидностей есть вкусные плоды. Панданус – это долгожитель среди комнатных растений. Мало того, это на самом деле совершенно неприхотливое растение. Ему требуется только хорошая освещенность и умеренный полив. Зимой его нужно поливать даже достаточно редко. Следите за тем, чтобы вода не попадала в розетку, иначе она может начать гнить. Этому растению практически не требуется подкормки, и также не требуется повышенная влажность воздуха. Цветочная компания «Николи» – это более 2000 видов самых красивых растений со всех континентов. Цветы и деревья, кустарники и газоны – последние новинки из Европы и эксклюзив. Цветочная компания «Николь» – это высокая мода во флористике, лучшие композиции для праздника и индивидуальные букеты для особых случаев. Стильное оформление любого торжества и профессиональное сопровождение светских мероприятий и высоких приемов. «Николь» – островок Голландии, в Алматы. Телефоны в Алматы – 386-21-43, в Астане – 32-86-85.